Занятие номер два. Все мы там гирями отрабатываем обратный, простой. Ой, обратный, а не нарвный. Показывай сбоку. В чем особенность? Особенность в том, что закручиваешь этим пальцем от себя. То есть гирю на достаточную высоту поднимаешь и так вот закручиваешь. То есть делаешь мах и пальцем от себя. Другая рука сразу подходит. Так, следующий бросок. Он немножко, вроде бы и похож, и не похож. Это значит кружка. Кружка выполняется, это как косой перед собой. Также замах делается. Только в сторону. Опять же, пальцем от себя. Вот от себя пальцем толкаешь. То есть, берешь... Поднимаешь достаточную высоту, этим пальцем закручиваешь от себя. Можно, конечно, закручивать и ладони, но лучше пальцем. Рекомендую. Дальше, значит, вертолетик. Вертолетик, это выполняется таким образом. Желательно, когда начинаешь, за бок браться и от себя. В чем особенность? Берешь за бок и толкаешь от себя. Закручиваешь. Также, значит, выполнять каждому броску для отработки 3-4 подхода, раз по 10-15. Можно махи опять же выполнять одной рукой, другой рукой, без оборотов. Рывки, махи с гирями. Любые упражнения для спины, любое упражнение для плеч. Все, занятие окончено. Спасибо.